руками. Эта история переходила от поколения к поколению. В этом году мы расскажем вам историю о Рождестве, которую вы никогда не слышали. Это конец! Сайрус! Дебора! Надо было свернуть налево две пустыни назад. Эти волхвы заблудились. Ну все, я покусаю поводок. От студии, подарившей вам монстров на каникулах. Царь Ирод что-то задумал. Мария, ты в опасности. Слушай очень внимательно, что я тебе сейчас скажу. Просишь почесать тебе животик? Да. Путеводная звезда. Тебе придется их отвлечь. Эй, полосатики! С этими животными точно что-то не так.